привет, ребят, с вами Мото Дни, и у нас на обзоре GS150 от компании Ирбис. Вот такая вот пушка-гонка, куплена летом за 16 тысяч рублей. По минусам что было, только не было переднего крыла, ну он был, но сломанный, и больше ничего. Двигатель работает очень ровно, туда никто ни разу его не разбирал, ни половинил, ничего не было. Вот такой вот мотоцикл. Разгоняется хорошо, бодрый очень. Пятиступенчатая коробка передач, одноцилиндровый мотор, 11 лошадиных сил. Замеряли по машине Шкода, разгон его 130 км в час максимальный по центральной дороге. Вот такой вот у нас мотоцикл. Хозяин очень рад, доволен, что купил такую покупку за 16 тысяч. А когда мы покупали за 16 тысяч, была еще одна проблема. Это был не настроенный карбюратор, правильно. Ну, он съездил в мастерскую. У нас есть мастер хороший. Его зовут Иван Крайнов. Всем все помогает, делает. Вот так вот рекламку вам еще сделаю. Кто из Арзамас. Вот. Ну, что я могу еще дополнить? Это будет, считай, наш проект. Хотим его восстановить прям, чтобы красавец был в оригинале. Ну, еще была, это сейчас уже не родная краска. Как краска называется? Рапсодия. Рапсодия. Вот. Покрашен был. Сколько всего обошлось, Михаил? В 3000. В 3000 рублей. Это вот такая вот палочка для станта. Миша у нас тоже стантит на нем, но очень опасно. Тогда был один случай, чуть не перевернулся на нем. У меня пока покатушки на Альфе не будет, как сезон уже закончился. Вот Миша сегодня починил его, колесо протнул. Ну, уже колесо, конечно, укатано. Лысенько немножко. Ну, что сказать. Жиганит на нем по-жесткому, резину жгет. А, еще не установлены на задние тормоза. Есть только передние, двухпоршневые. Если я так не ошибаюсь. Вот. Сейчас на нем приехали, вообще все отлично. Едет хорошо. Ну что, Михаил, прокатись, что ли, на нем? Покажи нам скорость. Сейчас Михаил у нас прокатится, мой друг, которого вместе мы с ним развили все каналы. У него канал сейчас позитивный канал. Снимает угарные видосики. Вот, извините, что сейчас ветер подул. Вот как вам требуется доказать, хорошо развивает скорость, все вообще огонь. Вот, ребят, я вам обещал снять обзор на GS150 от компании Ирбис. Хорошую технику компании Ирбис, прям вот покупайте. Все, что говорят там некоторые люди, что Ирбис — это все хуйня, извините за выражение. Так это вообще ничего, все прям вообще окей у Ирбиса, прям. Блять, покупайте ихнюю компанию. Еще есть хорошая компания Муталент. Ну, вот так вот. Так и живем, ребят. Хороший мопед. Ну, блять, точнее, мотоцикл. Вот так вот и живем. Вообще отлично прям. Хвалю этот мотоцикл. Ну, за 16 тысяч что вы хотели? По цене велосипеда, считай. С документами, с ПТС, как было два владельца этого мотоцикла. И чего еще? Они стояли, он стоял на учете. Все сняли с учета, с ГИБДД. Налогов не оказалось, нет штрафов у него. На штрафстоянках вообще не участвовал. Все пробили прям по ВИН-номеру. Все прям вообще отлично. Приматок стоит. Вообще красавец. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось видео, нажмите обязательно колокольчик, поделитесь со своими друзьями. Всем удачи, всем пока.